Здравствуйте, а как долго будет это сохнуть? Часа два, просто так пахнет, я думаю, чем здесь пахнет? Она... Он без запаха. Без запаха, а я чувствую запах. Он почти не пахнет. Да? Ну, почти не пахнет. Как-то вы знаете... У вас, видимо, чувствительность. Ну да, наверное. Знаете, на самом деле, надо же, такая жара, а вы решили в такую жару, как говорится, красить. Безумие какое-то. То есть вам сказали в такую жару 33 градуса. 33, да, сейчас? Ну да. Ну, наверное, позагораете, да, там? Я просто думаю, что такое на балконе смотрю вообще первый раз. 30 лет здесь живу, первый раз, чтобы... А это что такое? Между какие-то швы вот эти вот? Да, это герметиком шов. Герметиком, да? Герметик, да. Ой, ну великолепно. Ну, удачи вам в работе. И вам тоже. Вам без кондёра совсем плохо. Без чего? Без кондиционера. Ой, да, кондиционера бы хотелось, конечно. Солнечная. Ну, я принимаю душ. Прохладный душ. Как я вам завидую, я тоже хочу прохладный душ. Да? А вот там вот, знаете, вот это, здесь и поливалочка, и все. Ну да, слушайте, вы, конечно, и в каске вообще, то есть, конечно, они дают. Сказали в такую жару красить. Ну, нам какая? Мы работаем. А, то есть вы в любом случае работаете? Не здесь, так в другом месте, конечно. Да? А, ну я поняла. Работа есть работа, как говорится. А, это я поняла. Просто я удивилась. Думаю, сегодня 33, вы как раз вот это вот. Ну что сказать? Что вам сказать? Сейчас поставлю туда. Что вам сказать? Сейчас я это открою. Поставлю туда. Вы понимаете, да? Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди.
Но если вот, конечно, повышенная чувствительность для вас, это, конечно, пахнет. Нет, запах есть, конечно. Запах есть. Просто удивляет, вообще, как говорится, такая жара вообще. Я еще душ не принимала, только недавно проснулась. Вообще слышала лекцию Татьяны Черниговской «Музыка и мозг». Так что вот. И она сказала, все записывается. Представляете, я вот вышла, посмотрела, получается, вот я на него посмотрела, и он записался в моем мозгу. И Татьяна Черниговская сказала, что нужно только на что-то хорошее такое, то есть знать, что вкладывать, на что смотреть. Получается, он остался в мемори, в мозгу навсегда. Татьяна Салмановна срочно хочет, короче, вот этот вот большой, вот этот, знаете, как вот этот замок с большой территорией. Понимаете, вот эти леса, поля, чтобы она вышла. И там вообще только, знаете, там садовник, вот эти розочки, чтобы никаких сюрпризов не было. Я такая лежу, понимаете, вот на моей эксклюзивной кровати. Василий Валерьянович, это я для вас специально, для вас, до вас не дозвонилась. Угу. Я хотела вам на автоответчик оставить, но потом я решила, так я вам выложу на мою страницу, все посмотрят, правильно? А это я держу, чтобы он ничего не подумал, а скажет, что там она там вот это вот. Так что я просто вам это хотела сказать по телефону, а у вас там, как обычно, очень занято. Я просто подумала, что я такое слышу? Какие-то такие звуки. Вот так вот распахнула, вот, в общем, вот это на мой балкон и увидела вот это действие. Нужно срочно богатеть. Дорогие друзья, нужно срочно богатеть, как Тони Робинс, въезжать, покупать замок, где-нибудь вот это, на лимузин. Только, знаете, как Ирина Хакамада общается только с теми, кто понимает, с единомышленниками. То есть вот это счастье, знаете, работать и общаться с теми людьми, которые понимают, поддерживают, понимаете, вот это вот. Потому что я послушала, не всю лекцию дослушала, еще не всю дослушала, хотела, думаю, сейчас душ приму, такую сделаю вот это из себя, эту мисс Вселенную. Ну, вы посмотрите, наверное, как я там выгляжу на этом балконе. Вот. Да, конечно, такая жара, еще душ не принимала, вот эти всякие ретриты по школе очарования. Вот. Ну, я мыла, конечно, под душем, когда я там легла, до утра, я там все видео, сейчас там видео тоже загружаю. Хочется, я все подумала, нет, теперь буду себя заснимать, как мисс Вселенная. Вот. Ну, а чего, надо было заснять, и как тут не заснимешь, эксклюзив такой. Подумала, может быть, так заснять, просто его инкогнито, молча, подумала, что надо спросить, поинтересоваться. Первый раз, 30 лет здесь живу, 25 лет постоянно. И никто по этим стенкам за 25 лет, может быть, я 4 года, знаете, в Америке жила, так что, представляете, 30 лет. Может быть, они еще лифты будут менять. Они столько денег. Я же вам говорила, они столько денег на эти, на ремонты дома вообще снимают там каждый месяц, что-то по 500-600 рублей каждый месяц с каждой квартиры. А может быть, если больше квартиры, там еще больше денег. И за электроэнергию берут вдвойне, и за вот это. Сейчас вам еще раз покажу. Так что вот. Хотела, конечно, немножко прокомментировать, но нам нужно к позитиву, понимаете, вот это вот, к позитиву, да книжку, в общем, книжки Натальи Правдиной, в общем, читать о любви, в общем, как-то вот так вот. Питать себя, понимаете, свой мозг, сознание и подсознание, только хорошим, положительным. Ну, я же уже выветрилась.
Я вот думаю, это может быть связано с Михаилом Маратовичем или шейхом Мухаммедом. Но про Михаила Маратовича и раньше вот это вот, судя по всему, это может быть связано как-то вот, вот это вот. Ну вы поняли, да? Я же видео такое вот это вот там сказала. Ну вот, а потом смотрю, вот это на веревочке, в общем, нет, это тросы. А еще, смотрите, на двух тросах он привязан к двум тросам. Да, конечно, 16 этажей. Ладно, сейчас вам покажу тут раунд. А, себя еще здесь можно как-то красивенько заснять. Сейчас буду себе готовить такой как поздний завтрак, ланч, как в Париже. Но еще нужно душ принять. Душ принять. Сейчас буду себя, знаете, вот этот, ну да, салат, или салат, а, яйца, с бутербродом, с красной или с черной икрой, в общем, чай, бананчик, в общем, завтрак такой, завтрак-ланч. Давайте посмотрим, видео загрузилось. Да, смотрите, загрузилось видео, нажимаю, опубликовать. Там, наверное, себя нужно заснять. Самое главное, чтобы записывалось. Сейчас я здесь вот сниму, как это называется. Может быть, два видео сделать.
общем, жара, жара. Ну, естественно же, конечно, красиво. Так, супер. Супер. Супер красиво. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. Ну, сказать, что, ну да, такое, знаете, экс, как совершенно какой-то вот так вот. Ну да, смотрите, такие вопросы. Вот эти вот вопросы по поводу вот такие вот технические. Не технические, а ремонтные. Ремонтные такие вопросы, очень интересные, дома. Так что вот швы. А они, наверное, заделают, чтобы туда что-то не дуло. Вот. Надо было спросить, хотя вряд ли он, наверное, знает, зачем заделывают эти штуки. Так что вот. Смотрите два мои канала YouTube, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди, на русском, на английском языке. Больше 6000 видео, 6400, даже больше видео на каждом видео. Я, моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, Мактум Сайфуди, через дефис. Так что вот, сказать, что это 18 минут позитива, но да, это позитив. Позитив, 33 градуса. Сейчас прохладненький душ приму, так что вот. Не буду там поздний ланч, в общем, буду кушать, заснимать мои видео, отдыхать, читать книги. В частности, эту книгу из моей библиотеки.